Ну-ка, ну-ка, показывай. Как, да, я пока порыбачу. Да отстань. Как ты чай пьешь? Давай, орешки, неохота. Первый раз в жизни вижу так, чтобы сигареты не вытаскивали, еще чай пили. Надо потихоньку подкрадываться. Там воды вот. Деньги, подъемник там стоит. Давай, пей. О. Холодно, холодно. Так, ребят, всем привет. Сегодня будем рыбачить на балансиры и на ратлины, в том числе. Мы будем пытаться поймать щучку. Такой вот реки. Река. Небольшая, маленькая. Ну там вон люди уже стоят на омуте. Сейчас тоже пойдем туда на омут. Будем на балансире что-то пытаться поймать. Но сегодня хочу попробовать новые ратлины. У меня появились, сейчас покажу. От компании Перекат заказывали. Вот такие вот. Симпатичные есть. Я даже не знаю, как они называют. Знаю, что производит их компания Мерега. И вот в интернет-магазине Перекат приобрел такие. Посмотрю, может быть, щучка захочет на них клевать. Разные тут, 20-30 грамм у меня есть. Вот, не знаю, мне не нравится. Но, ребят, единственный минус у них какой. Продаются они, когда, вот видите, тройничок снизу с бусинкой. Этот тройничок я уже сам делал. Ну, то есть, пошел в магазин, такой тройничок купил и повешал сюда. Они изначально идут вот с такими вот тройничками. Лучше привлекает. Я не знаю, у кого другое мнение, напишите в комментариях. Но мне кажется, что вот рыба очень часто потом вот за этот вот тройничок, так скажем, за мишень, за эту клюет щучка. Щуки у нас крупные, как всегда, не ловятся. Будем пытаться поймать самую крупную. Может быть, ратлина ей понравится и будет клевать крупную. Посмотрим, что будет. Здорово, сел. Здорово, хапуга. Почему хапуга? Ну просто. У меня рыбы нет. Взял все, что надо. Не знаю. Давно стоишь? Сколько времени? Не знаю, полтретьего, наверное, уже. Так вот, ё-моё. Уходи, уходи, блин. Чё? Ё-моё. А он еще и в воздухе висит, да? Ну, Диман, ё-моё. Ну, ничего. Все на омуте стоят рыбачат, а ты здесь когда? Алкаш ёбаный. Чё ты, я тебе вчера звоню, трубку не берешь? Когда? Вечер? Вечером. Не звонил ты мне вечером. Ну, тебе показать звонки? Раз в пять, нахуй. После того, как я тебе в WhatsApp писал? Нет, до того. До того так я... Так а я, когда ты мне написал, я уже успал, нахуй. А я понял, я к ней пришел. Хотел... Рыба-то ловится, нет? Ну, я не выберу. Я хотел в кабак сходить. У тебя подъемничек прям как надо, зимний маленький, да? А где рыба-то? Чай будешь пить? Ну, пошли. Сюда. Пойдем. Я где убью? Покажи хоть свой подъемник мне на камеру. Достань, покажи. Нет, потом. Потом, потом это никогда. Пошли. Да. Я где убью? А? Где убью? Ты
Тебе, у тебя что, нет? Убери. Не снимай. Где рыба-то, ё-мо? Одна, что ли? Вон три. Покажи, какой у тебя крючок. Не покажи. У меня же. Что, у него лучше всех клюет? Вон какой. Аж светится, сам там играет, на батарее. Не знаю, лучше не лучше, но за 5 минут 3 штук поймался. Я вчера смотрел эти, ну, балансирочки там, еще что-то. Диман, Серёж, зачем ты показал, сейчас будет бурить, надо. Так а что толк? У него все равно такой херни нет. Балансиры, блин. У него батарейка вставляется. И все. И он сам там плавает, опустил его, стоишь, ждешь. А сам не вылазит, когда гонит. Не знаю. Дим, колонки бурит. Чего тебе не нравится? Люди ловят помаленьку, крупные щуки пока нету. Диман, ты бури там, где большие щуки, его. Так. Ну что, надо попробовать. Новые радлины у меня появились. Какой-нибудь такой вот поставлю. Яркий, вроде должно не клевать. Че, на что ты будешь пробовать? Ага. На вот эту штуку буду пробовать. А че без удочки сам пришел? Да я пришел, эти дырки почистить. Димка пришел, чтобы почистить лунки, чтобы лунки не замерзали. А то если неделю не почистишь, потом сейчас, толстый лед будет. Сейчас еще минус 30 с мороза, нахуй. И все. Да это ты еще маленький взял, ё-мо. Да? Ты еще маленький взял, надо побольше. А вот я сейчас на такой же рыбачил 50 грамм. Ну. А где ты брал? Да у меня. Ну и по-любому клюет, да? Ну клюет, но она не хватает его. А там уже тройника нет, там два тройника висит. Десятая. Диман, где ты не там лунки пробурил, ё-мо? Иди еще бури. Крокодилы, видишь, какие. Какая же, ё-моё. Что вам ставить-то, чтобы крупные клевали? Так, надо быстрее. Ладно, пей, потом я попью. Я пока одну щучку поймаю. Пойдем с Димкой подъемник. Проверим. Может, что-нибудь поймал. Дим! Дима! Дима! Стой! Надо потихоньку подкрадываться. Там воды вот. Димка, подъемник там стоит.
Что, тебе чай не сладкий его? Ну. Я думал, ты что подвинет, но выдернет там кого-нибудь. А? Думал, выдернешь там кого-нибудь. Хуя там не выдернешь, там нет рыбы. Как ты ее? Поймал? Че, поймал? Ну, ладно. Да ебка, ладно. Пойду посмотрю. Так, Дима, не наступи. Ух, только что говорил, нахер надо, да? Ладно, ну че, сырки. Ух, себя, чуть на удочку тебе коленкой не встал. Ну, слушай, нормальный. И щучку даже поймал, умудрился. Пойдем ловить больших щук. Давай, пыль. А то, может, в ночь останемся. Ну-ка, показывай. Как, дай я пока порыбачу. Да отстань. Как ты чай пьешь? Два орешки и неохота. Первый раз в жизни вижу так, чтобы сигарету не вытаскиваешь и чай пили. Ну, пей чай, что-то. Серега, ты что, домой? Так, ребят, простояли с Димкой. Два часа порыбачили на речке. Все люди разошлись. Вот ни одного человека. Один Димка стоит, и я. В итоге поймал две таких вот маленьких щучки. Одного судачка маленького отпустил, я кунишку маленького тоже вообще. Ну прям маленький, Дим, как спичный коробок. Я их увидел, мне что-то жалко стало. Меньше балансира, правда. Димка рыбачил сегодня на балансир 32 грамма. Сколько ты штучек поймал, говоришь? Димка аж 9 штук поймал. А я всего 2 что-то провошкался пока. Еще у нас вон там подъемник стоит. Сейчас пойдем попробуем вытащить, может там что-нибудь. Чей-то подъемник, да, димановский. Ну, покажи балансир, на который рыбачишь. Вот на такой вот балансирчик, Димка, 32-граммовый, поймал 9 щучек. Лунок, ребята, он вообще полно набурен, а Димка уже ходит, можно вообще не бурить. Ходит каждый метр лунка. Лунка, лунка, лунка. Все у нас избурено. А толку нифига не ловится. Пойдем попробуем подъемник вытащить. А? Сейчас пойдем. Нету. Рыб. Рыб нету. Да они, наверное, еще не плавают-то. Холодно, холодно.